почетных гостей. Это председатель церковной общины Ассирийской церкви Востока города Краснодара Александр Рубен и администратор международного ассирийского интернет-сайта, преподаватель ассирийского языка Святого Георгия Юхана Лажана. Ваши бурные аплодисменты. Ну, я не ожидал, я думал, рабы выступили от имени церкви. Спасибо большое. Добрый вечер. Хабитун Раба Басим, Рам Шохун Тава. И огромное спасибо организаторам. Я думаю, не только в лице Аллы, ее семьи, всех, кто ее окружает, потому что, как ассирийцы говорят, Хайда Чапле Махьяни. Таналмуфева Мутайбрана Дарамша. И очень приятно, мы надеемся, что такие шары будут много, хороший пример будет многим, и возьмут эту эстафету и другие семьи, и другие верующие прихожане из нашей церкви. Очень радует, что в церкви потихонечку налаживается жизнь, теплее становится, больше приходит прихожан, радует, что воскресная школа есть. Немножко церкви холодно, по воскресеньям у нас дома галдян бурят, но так прекрасно, потому что я студенческие годы провел в семье Михаила Ивановича Садов, где все студенты по воскресеньям собирались, когда дети по воскресеньям приходят на работу, это только радует. Конечно, отдельно будет, И, конечно, когда компания не Америка, Рабанан Кетхала, Мадхурет, Шиманат, спонсор Диян, Айран Диян, Турсона Класс, мы с гордостью можем сказать, что подвал почти на 90% разрешению, где много труда вложено. И завтра многие из вас после службы придут и зайдут туда, где будет трапезная, где будет школа детская, где мы можем после службы спуститься туда на чашку чая и задать все вопросы священникам, которые всегда мы это делаем на улице под костром на территории церкви. Хочется, чтобы мы отнеслись к этой земле, которая, спасибо этому государству, нам выделена, как собственная земля, как свой огород, своя дача, чтобы люди приходили туда. Сейчас осень, приносите кусты, сирени, цветы, деревья, заводцы, потому что сажают, ухаживают, создавать удобства, чтобы молодые мамы с детьми приходили туда не только на службу, но и дети игрались, радовались, видели красоту. Отнеситесь как к своему дому. Это наш общий дом, это хотим, чтобы на неделю удавалось занять, чтобы люди приехали туда, чтобы мы приходили туда и видели, как Большое спасибо еще раз организаторам и огромная просьба. Хотя бы кто-то из семьи должен приходить в храм, чтобы семья имела информацию, чтобы знали, что творится у нас в жизни. Это наш центр. И привыкайте, что вы заходите к себе домой. Спасибо огромное. Добрый вечер всем. Рамшохутава. Духранат Марги Варгиса Брыхал Чулёхун. С праздником всех. Пусть этот день будет радостным для всех. Я не буду долго говорить. Она раба леша кран мандану хун. А вбриха юма дия алчуло хун. Спа юма хабилан, спа рамша хабилан чулан мудалы. Баян хехабрана амрен будда хамадраш диян. Мен камет хатли губалтай будха рабта мен авахат дания лопы. Гад атлун хуба, атлун умтана юта. У аха хуба дырюна джулы баватат яле. У Бнате, у Майена, у Умра,
كملبتت ليشانا شوك من ليشانا احنا المريوز بريش بريش خورزة طالعت بيما ورابا بغدايبا كات تشولاني يالوب بي خادوتها قورتا مغوبنا كات اودي اتخا بريش خورزة وطالعت بيما ابيتون رابا باسي مچولوخون ومدر رابا انا نكيت للمدخورة الشمانة فرسوبة كات هايورا نكاتا من مديتة سانت بيتربورغ مياكرا كيفارجي سادو ومياكرا ميخايل سيمانوف ويدنا كات هندشنا كا عمرا كا مدرشتة اتورايا مديتة كراسنادار زويننا كات هن مايكرافون و اتلام كبالتا بوتا رابطا من مياكرا فيتشيسلاف إسرائيلوف لخا جم ديفة كراسنادار كا متوات كتابة ليشانة يما كات انصخ مطرخ وليبخ وقارخ ورابا ننكتلا المدخورة ان ايفت اتورايا يا ارمنايا يا ارسنايا لتفرشونيا ما نيفت لازم ليلة ما خذ من جو صدر وخطانت انا اتورايفن يا انا ارمنايا لازم ليلة تندلت بايدا خجاف اتمابل يا الصدر وخشتفت اتورايا يا من ديفينا لازم أرخان مغبة يالو قد مدرشتة آتورايا قدرنا خرزة والإقارة تشلوكم خيتون هبيتون رابا باسيما وادي الإقارة تشلوخون بتماش مخلا خداز مرتا ومتانيتا Был главным врачом при железнодорожной больнице города Тбилиси. Был поэтом-патриотом. Погиб как мученик в 26-м году.
Его знает весь мир, его стихи знают весь мир. Это этой песни, которую вы сейчас услышите, 100 лет. Я на Шратхуме, мальча Джотере, о пограничный орел. Ты царь среди птиц. Возьми меня на свои крылья. Отведи, полетим на нашу родину. От Урмии до Мосула. И обе Барвары. Барвары — это села в Турции. Всю эту территорию он описывает. Полетим на нашу родину. Взлетим над ней. Для того, чтобы поднять нашу родину, нашу старую Ассирию. Для того, чтобы поднять наш народ. Облетим всю эту территорию. Взмахни своими крыльями. Я очень коротко читаю. И лети вперед. И не думай ни о чем. И не сожалей ни о чем. И там мы будем оплакивать на могилах наших погибших. Поплачем и слезами своими упокоимся. И освободим нашу родину. И после того, Нашратхуми, каждый раз автор обращается к Нашратхуми. Когда ты увидишь, что я достиг своей цели, а цель — это освободить и поднять свою родину, ты взлети высоко над нашей родиной, сбрось меня на эти скалы, не сожалей об этом, брось меня. Я там умру, и там меня похоронят. Песня, просто каждое слово имеет значение. И там я умру, на этих скалах, я потомок тех древних ассирийцев. Самая главная цель, вот чтобы там умереть, на нашей родине. Итак, песня на Шритхуме. Фрейдун Батаврама Атурая, Хагдунлаха, Ольга и Людмила. Ольга Киваргизова, Людмила Юханаева. Я нашел твой.
девочка. Люсечка у нас поет в хоре нашем церковном уже много лет. Многие знают, кто посещает храм. Прекрасный голос учится, девочка, не соответствует ее голос и ее пение с тем, что она выбрала медицинскую специальность. Оля Геворгизова. Это, как недавно я детям сказала на занятии, шедевр мирового искусства. Дочка уважаемых наших Сергея Георгиевича Геворгизова и мама Раузалия сейчас в зале. Девочка не знала вообще язык, вообще. Сейчас она у нас просто шедевр. И спектакль сыграла, и песни учит, и прекрасно понимает уже, владеет языком. Спасибо, девочки. Спасибо всем. Один